Познакомиться с современным криминалистическим оборудованием, узнать тонкости, нюансы работы эксперта и даже принять участие в раскрытии, пусть и литературного, вымышленного, но преступления. Все это стало возможным в рамках необычного проекта «Открытие профессии». Эксперты совместно с работниками областной библиотеки имени Горького подготовили для юных жителей Бреста увлекательное путешествие в мир исследований и экспертиз. Показать специфику профессии мы решили нестандартным способом. На примере расследования литературного произведения, которое описано в романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Также мы сегодня узнаем, сколько бы потребовалось времени современным экспертам, чтобы раскрыть дело столетней давности, а именно кражу картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Также мы не смогли обойти вниманием и такого известного сыщика всех времен народов, Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. Мероприятие, помимо образовательной и в определенной степени развлекательной составляющей, имеет и еще одну не менее важную, профессионально ориентирующую. Есть серьезная вероятность, что, познакомившись с работой эксперта поближе, школьники решат связать с данной профессией свою дальнейшую жизнь. Сегодня мы хотим рассказать в полном объеме о профессии судебного эксперта, показать, как это происходит воочию на месте происшествия и пошагово показать данную работу. Мы надеемся, что многих ребят увлечет данная профессия и в будущем они захотят связать свою деятельность именно с профессией судебного эксперта. Эксперты-криминалисты – первые, но не единственные участники проекта «Открытие профессии». В планах у организаторов провести еще как минимум две встречи с представителями милицейского ведомства и Следственного комитета. К слову, в рамках инициативы ребята также могут познакомиться с выставкой «Служим закону, народу, отечеству». В экспозиции представлено около 300 изданий, посвященных истории развития правоохранительных органов, в том числе и на территории современной Брестской области.